Итак, дорогие друзья, уважаемые спортсмены и особенно зрители наших соревнований, у нас начинается очередной тур первого официального чемпионата Москвы по мини-футболу среди корпоративных команд. И на поле вышли команды конференции «Классик». Той конференции, которая, как мне кажется, по праву считается сильнейшей, лучшей, опытнейшей. Поэтому нас ждет великолепное зрелище, особенно с учетом того, какие команды сейчас находятся на площадке. В преимущественно белых майках у нас играет спецсвязь России. Их соперники «Газпром Энергохолдинг» играют в синих майках. Ну, общие цвета похожи, поэтому нам придется несколько привыкнуть, чтобы отличать ГЭХ от спецсвязи. Но было предложено им вначале одеть манишки, но сказали, что разберутся. Ну, раз игроки разберутся по ходу матча, то и мы с вами обязаны. «Газпром Энергохолдинг» идет сейчас на первой строчке в конференции. После 8 матчей имеет в своем активе 19 набранных баллов. Очень хороший результат. Минимальное количество потерянных очков. Одно поражение и одна ничья. У спецсвязи дела посложнее, но на 4 очка они отстают. 15 баллов сейчас у них после тех же 8 сыгранных встреч. И спецсвязь в этом сезоне уже встречалась с «Газпром Энергохолдингом». Тогда 1-2 поражение спецсвязи. Давайте познакомимся поименно с футболистами. За «Газпром Энергохолдинг», он же ГЭХ, выступают сегодня на воротах Александр Коцур. Полевые игроки 17-й, он капитан Станислав Маржохов. Также полевые 7-й Андрей Ащиулов, 9-й Виктор Сидин, 50-й Алексей Галактионов, 4-й Дмитрий Фролов, 23-й Борис Михайлов, 8-й Евгений Юшечкин, 15-й Андрей Калашников, 55-й Евгений Леонтьев, 20-й Никита Душкин и 25-й Михаил Капустин. За спецсвязь выступают на воротах Антон Петренко, полевые 23-й Алексей Сестин, 4-й Денис Холодков, 12-й Антон Малыхин, 8-й Александр Петров, 6-й Виктор Пескунов и 10-й номер Владислав Дударь. Но чуть больше игроков я перечислил у спецсвязи, чем их есть на данную секунду. Отсутствует Денис Холодков. Все мы помним, что прошлый тур он вообще пропустил. Ну и сейчас, видимо, Холодкова и не хватает для того, чтобы спецсвязи отбиться в этой атаке. 1-0. «Газпром Энергохолдинг» ведет, выходит вперед после... Такие изящные передачи пяткой, конечно, это здорово и для зрителей подарок. Но их нужно выполнять тогда, когда полностью уверен, ну или когда счет в твою пользу. Удар, и над перекладиной пролетел мяч. Бил Галактионов. Спецсвязь. Удар по воротам. Угол был достаточно острый. Вратарь вовремя пошел на сближение. Сократил угол обстрела и поэтому спас. И снова с того же угла наносился удар. Будет угловой.
Ну, доказана помощь вратарю. Все с ним нормально. Остался на площадке. Сидим в контратаке. Фролов. Сидин. Гах контролирует мяч, но, как всегда, пришел на чужую половину поля и раскатывает. Но здесь потеря. То ли я сглазил, то ли вовсе не во мне дело. Но ошибаться может даже Гах. Да, «Газпром Энергохолдинг» пока больше всего очков имеет. Я об этом говорил, но впереди еще очень много матчей непростых. По одному разу придется сыграть, ну вот, не только этот матч со спецсвязью, но и сразиться с ВНИА, с Комусом. Да много, в общем, с кем. Хорошая комбинация, удар и гол. Здорово было разыграно. Аккуратно сделано. 2-0. Спецсвязь пытается уже бить издалека, но раздосадовал их второй пропущенный мяч. Ну, естественно, конечно, и очевидно. Но главное, чтобы не повлекло это за собой нервозность, а то от этого возрастает брак и все становится только хуже. Ну вот и вратарь уже вынужденно выходит далеко за пределы своих владений, за пределы штрафной. Ну, все мы помним, когда ворота спецсвязи защищал Погорелов. Он всегда играл, выходя чуть ли не за центральный круг. Снова мимо Ощулова пролетел мяч. Не в первый раз уже. Не держится капитанская повязка на руке Пескунова. Ну, интересный знак. Локтенов сам бить не стал. Теперь ищет свободное пространство. Ну вот зажали его сразу два защитника. Хороший заброс. И ошибается Галактиона. В итоге два спецсвязиста выкатываются на ворота. И здесь снова вратарь спасает. Да. Ошибки Галактионова — это практически мифическая вещь. Как НЛО. Затяжная атака спецсвязи. Yeah.
Великолепный сольный проход Михайлова мы увидели. Но вообще очень взрывной футболист. И получается у него такие проходы за счет того, что никто этого от Михайлова не ждет. Отлично он сложен физически, но просто не характерно для футболиста, особенно для того, какую игру он показывает. Но вот сейчас Роналду упрекают в излишнем количестве мышц. Говорят, ему мешает. Михайлову не мешает, у него все с этим нормально. Ну и впереди второй тайм. Итак, продолжается матч 2-0. По-прежнему «Газпром Энергохолдинг» обыгрывает спецсвязь. И 10 минут впереди. Особых изменений в командах мы не видим после этого перерыва. Вроде бы и составы не поменялись. Я думаю, что и тактику сохранят. Но больше атакует «Газпром Энергохолдинг». Это было предсказуемо. И можно было предугадать, я думаю, еще до выхода команд на площадку. Спецсвязь в большей степени ищет шансы для контратаки. Но вот сейчас получили мяч. И развивают атаку не с приставкой контратаку позиционную, но вот в итоге потери. И Михайлов подбирает мяч, он может прорваться, мы уже видели это в его исполнении, но в итоге сейчас пас на Галактионова. Угловой удар. Сидин. От него всегда ждешь чуда, когда он мяч получает. Все в порядке у него и с дриблингом, и с точностью передачи ударов. Пытка контратаки. Ну нет, здесь сразу три защитника на одного нападающего. Вот вторым темпом атака пошла, и поинтереснее все выглядело. Великолепно вратарь играет. Просто великолепно. Все тащит. Сидин, очень точный удар. Очень сильный, конечно. Удар очень неточный. Отложенный фол белым. Тяжело в спецсвязи выходить на чужую половину поля. Высоченный прессинг от ГЭХ.
Еще момент опасный. Снова Коцур. Нарушение правил. Но не так уж много фолов для столь принципиального матча. По одному нарушению. Перехват. Маржоков. Сидина подключает. Чудеса творятся у нас вот сейчас, если видно на картинке, солнце выходит в столь пасмурную погоду. Так что день получается отличный. И игры классные, и погода налаживается. И сколько еще игр впереди. Замена в составе ГЭХ. Ощулов снова вышел на площадку. Усиление в атаке. Михайлов. Щулов, откуда же появился там на фланге? Никто его не ждал. Но, правда, закончилось все потерей мяча. Три минуты и 15 секунд до финального свистка. 2-0. Преимущество неплохое, но, конечно, не стопроцентное. Не то преимущество, которое гарантирует победу. Хороший получается контратака, и главное, темп терять не надо. 3-2. Удар. Коцур снова тащит, но здесь все было проще. А куда будет установлен мяч? Ну, что сказать, эпизод, конечно, непростой. Эпизод непростой, и очень хорошо, что записывается этот матч. Я думаю, многим будет интересно на повторе момент посмотреть и изучить. Было ли там нарушение правил? Ну, судьи были ближе к месту развития событий. Сейчас пенальти. Коцур справляется, но здесь споров быть не может. Теперь ни с одной, ни с другой стороны спецсвязь не может спорить. Ну, потому что пенальти был назначен. А спорить ГЭХу бессмысленно, поскольку Коцур справился. Ненужной оказалась только желтая карточка. Нет, не фиксируется взятие ворот. Да, желтая карточка была, ну, напрасно получена Коцуром. Мог он и не выбрасывать мяч. Здесь ударился головой. Можно продолжать. Коцур в порядке. Удар не критичный.
И еще один момент хороший был. Газпром Энергохолдинга. Пошла последняя минута матча. Скунов. Нет. Отнимают у него мяч. Галактионов. Вот у Пискунова были проблемы с капитанской повязкой в первом тайме. Но во втором и с этим даже справился. Так что теперь можно не думать, что капитанство это не его. 24 секунды. Да, но времени уже точно не хватит, чтобы отыграться. Но вот забить гол престижа можно попробовать. Все, заканчивается время, отведенное на матч. 2-0, победа «Газпром Энергохолдинга».